Вроде как. Всем здравствуйте, кстати, ага. Что-то похожее на пчел туда вроде летит. И вылетает вроде. И залетает. Ага, пчелы. Пчелы — это хорошо. Это, возможно, первый рой мой в этом сезоне. Завтра заеду днем, еще посмотрю. Как снимать теперь, не знаю. Раз если даже это разведчицы, то они залетят однозначно, я думаю, теперь. А может, уже и не залетели. Дня 4 я не проверял их ловушки. Сегодня жарище, духотище. На солнце, наверное, все 50. Поехали с вороном посмотреть. Вот первая ловушка. Высоко, блин, залез. Я туда еле залез в прошлый раз. Закрытыми глазами, можно сказать, тут по дереву. Не за что было браться. Я вожжи перекидывал. И по ним как по тросу залазил. А теперь же ее обратно как-то еще снять оттуда надо. Ну ладно, это радостная новость. Сейчас рядом еще одно дерево. Вон там вот. Вон то, это где прошлый год ловил. Сейчас туда заеду. Камера у меня оказалась неподготовленная. 6 минут батарейки, кажется, хватит. Так что едем мы дальше. Ворон он взмок. Полдороги шагом иду. Не даю ему даже бежать. Но и сам он желания особого не изъявляет. Такую духоту, жару тяжело. Да, ворон? Ну все, едем, едем. Вот кусты шевелятся. Там, в общем, тот козел. Видеоролик назывался «Рога супер». Пока коня привязывал, думал, он убежал. Я тут уже 20 минут стою, смотрю в кусты, вот куст зашевелился. Значит, он зашел в кусты. Я думал, он убежал. Тишина вообще стоит. Вот так вот, вот. В общем, нашел, мне кажется, его место обитания. Сейчас еще постою, посмотрю, убедиться, он не он. Но с коня я глянул. Камеру некогда было доставать. Пока он к нам спиной стоял, показалось, как рога широкие на концах. Подойти мне даже не подойти, сейчас будет к нему. Сейчас еще постою, может, на край куста выйдет. В общем, он меня увидел. Не так с ним. Oh.
еще рядом гавкнула. Ну, по крайней мере, хотя бы отманка не несется, сломя голову. Ворон за кустами стоит, куда он смотрел. Либо его увидел, либо почуял. Судя по тому, как носом водил, скорее всего, почуял. Ну, в общем, прям сильно-сильно там мы его не напугали. И это... не может не радовать. Не понял, тут сейчас куш шевельнулся. А, там воробей скачет. Как-то, в общем, второй где-то там есть. И вот сюда, пока я ехал, еще одного поднял. Метров, может быть, 500 от этого места. Выскочил. Я думал, это он и был. И он побежал в эту сторону. Не доехали мы маленько до него, до куста, куда он выскочил. По диагонали я его маленько, как по диагонали, полукругом вернее его обрезал. Не видел, чтобы он перескочил. И этот был пасущийся. Он до кустов метров 10 ему оставалось. Ах, паутов полно вообще заедают. Все руки искусали. Ну, в общем... в общем, вот. Мысли у меня теперь еще в голове больше насчет него. Но вроде он. Вроде он. Дома еще получится приблизить, если приблизим. Если нет, то нет. Ворон, наверное, паутов давил, и он его услышал. Да, он тут, он, ворон, лежал. Да, ворон? Ну, ничего страшного, сейчас завернем в сторону дома. Что хотели, то, скажи, мы нашли, да? Фотоловушку забрали, переставил ее на солонец. Катаемся уже с вороном, наверное. 4 часа. Жарища, духотища, кошмар. На солонце тоже признаков особых нету, что зверь ходит. И там, мне кажется, никого не снимало. До этого 3 дня простоявши была. Все, ворон говорит, не пойду. 3 дня, в общем, простояла. Я ловушки на пчел ездил, смотрел. Никого не было. Там еще водички, хотя маленько было. И вот еще 4 дня простояла, или 3. В последней проверке она. И не знаю, памяти там совсем чуть-чуть потрачено. Может быть, пока я ставил, датчик срабатывал. Вот так вот.
Ну все. Сейчас батарейка у меня уже сядет. Что будет интересное, может какой-нибудь там секундный фрагмент включу. Если будет. Ну нет, так наверное сейчас домой прямиком поедем. Как-то вот я так. Я думаю, от кого козлы так бегут. Вот красавец доволен. Вот красавец да красавец. Дрожит ворон. Дергает. Козел сейчас от него выскочил. Ревает. И меня увидал. Я открытым местом еду. И на меня смотрит, и башкой крутит. И сбоку еще один орет. Я и подумал, что они между собой орут. Так невнимательно выскочил. А тут такая машина стоит. Ладно, хорошо. Ну, успел хоть там фрагментик заснять на камеру, пока я сумочки достал ее, пока включил. Да, ворон? Догонять мы его не стали. Рога у него еще не твердые. Еще рано.